Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. И в этом ролике я расскажу вам, как у меня заболели гупяшки. Болезнь гупи представляла у меня белый налет. Посмотрев на форумах об этой болезни, я понял, что он бывает разных видов. Например, белый налет в виде пушка и ваты на рыбке – это грибковая фунгицидная инфекция. Соответственно, лечится она фунгицидными лекарствами. А вот белый налет в виде слизи – это, скорее всего, бактериальная инфекция. Также белый налет может инициировать инвазионные болезни, например, колумнариоз. Вот так вот гупяшки выглядели во время болезни. Выяснить причину болезни было не так уж и трудно, ведь после перезапуска аквариума у меня еще не успел сформироваться азотный цикл, так что в аквариуме присутствовал аммиак, которого не должно было быть в таком количестве. Также еще причиной заболевания могут стать повышенные нитриты и нитраты. А заболели они очень просто. Иммунитет у рыбок от аммиака ослаб, и рыбки заболели. А побороть эту болезнь было не так уж и трудно. Мне всего лишь-то пришлось поменять воду в аквариуме, и болезнь сразу же отступила. На этом я заканчиваю данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В следующем видео я поподробнее расскажу о обитателях моего маленького аквариума.